Здравствуйте! Пожалуйста, подпишитесь на канал и, пожалуйста, поставьте лайк на это видео. Я буду очень рад. Для того, чтобы зарегистрироваться в ТикТоке, вот так выходит, нажимаем «Согласиться» и «Продолжить». Можно выбрать ваш интерес, но для начала нам надо пропустить, так как мы просто должны зарегистрироваться. Регистрация – это хорошо. Вы можете нажать лайк, комментировать. Под вас будет подстраиваться TikTok, показывает вам видео, которые вам интересны. Так, нажимаем пропустить. Пройдите. Нажимаем сюда. Я нажимаю. Потом нажимаем регистрация. Нажимаем на регистрацию и нажимаем на ввести телефон или электронную почту. Вводим наш день рождения. Желательно, то есть выбирайте от 13 лет, так как TikTok автоматически вас заблокирует, если вы младше 13 лет. Так, я выбираю свой год рождения. Ну, так спонтанно. Нажимаем «Далее». Желательно зарегистрироваться по номеру телефона, так как если вы забудете, на ваш номер придет код, если забудете логин или пароль. Ну, я зарегистрировался на свой телефон номер, мне удобно пока почта. Так, нажимаем «Далее», я написал свою почту. Робот выбирай, то есть здесь мы проходим верификацию, что мы не регистрируемся с какой-то программы. Пароль должен быть от 8 до 20 символов. Пароль должен включать в себя, там должны быть буквы, цифры или специальные символы. Нажимаем «Далее». Вот здесь самое главное, вы должны создать свое имя пользователя, то есть как она должна видеть это ваше лицо, как бы это ваш логин, как бы. Например, видели же yolo.house, bip.house, это точно так же. Так. Ну, я сейчас выберу себе удобное. Так, это свободен? Нет, не свободен. Свободен? Не свободен. О, многие люди уже начали регистрироваться. Давно такие... Как? Снизу рекомендуемые были. Я туда нажал, который рекомендует мне TikTok показывать. Так, нажимаем регистрацию. Так, мы сделали регистрацию. Нажимаем сюда. Я... Нажимаем на три точки управления аккаунтом. Нажимаем, мы должны подтвердить, что эта почта относится вам. Подтвердить адрес электронной почты. Отправить код. Заходим в свою почту и вам приходит шестизначный код. Нажимаем. И все, наш адрес теперь подтвержден. Когда вы забудете логин или свой пароль, тогда можно узнать через почту. Дальше, как обычно, можно менять аву, изменить профиль. Здесь избранный, здесь это ваше имя. И плюс можно добавить еще аккаунт. Здесь коротко и ясно это ваше уведомление. Кто нажимал лайк, подписка, можно искать профиль, хэштеги популярны. Здесь можно посмотреть свои видео. Здесь ваше видео. Здесь, которое вы нажимали лайк. Можно скрыто. То есть стандартная настройка скрытная. Все. Вот все ваши лайки, все ваши подписки. Подписчики, это ваши подписки.